во-первых, начнем с того, что такое Pop-Up Store. Pop-Up Store – это временные магазины, всплывающие магазины. Это тенденция, которая сейчас очень актуальна на рынке европейском, американском. Она только приходит в Россию, на российский рынок. И это временная аренда. Это когда приходит магазин, садится в торговый центр на условиях временной аренды. Месяц, неделю, наверное, если ходите по торговым центрам, вы видите, как в общей зоне, в галерее располагаются такие корнеры. Это могут быть и крупные серьезные компании, которые в рамках, так сказать, популяризации своей коллекции выставляют такие отдельные корнеры. Это, кстати, сейчас стало достаточно модным и интересным приемом привлечения дополнительного трафика для интернет-магазинов. Вот, кстати, к вопросу онлайн-офлайн. Долго очень рынок не мог понять, каким образом будут коррелироваться эти два понятия, как они будут работать. А они, в общем, стали работать совместно. И это тоже дало некий толчок к развитию, в том числе вот Pop-Up Store. Наша задача рассказать, во-первых, про этот формат, а показать, что за этим форматом будущее. И, конечно, в рамках создания большой базы дизайнерских корнеров, которые участвуют в мультиформатных дизайнерских универмагах.